В России изменились правила выдвижения инициатив по местному благоустройству. В нашем городе за это направление до нововведения отвечал проект «Бюджет Сургута онлайн». Ранее достаточно было собрать документы и ждать результатов интернет-голосования. Теперь порядок иной, и обновленный путь уже прошел ТОС номер один. Общественники намерены построить спортивную площадку в Снежном. Объект задумали универсальный, с освещением, современным покрытием, хоккейным кортом, комбинированными воротами и баскетбольным кольцом. Активное обсуждение было в чате поселка Снежный Вайбер, в группе поселка Снежный ВКонтакте. И 9 января, значит, прошла конференция, ТОС провел конференцию, где было принято решение о выдвижении проекта. Учитывая, что в поселке вообще отсутствуют какие-либо спортивные сооружения, реализация проекта позволит создать условия для ведения здорового образа жизни. Появится возможность у жителей проводить разные турниры, спортивные мероприятия для детей, для подростков. Это 10-й инициативный проект на текущий год. Еще 9 определили по итогам онлайн-голосования по старым правилам в 2020-м. Благоустроят мини-сквер в Снежном, сделают проект тротуара от Грибоедовской развязки к ТРЦ «Аура», выделят деньги на роспись фасадов жилых домов и подстанций в микрорайонах. Заложенные средства на строительство небольшого футбольного поля в Сургуте, проведение турнира по мини-футболу, создание лыжной базы в парке за Саймой и строительство скейт центров в парке энергетиков. По обновленным требованиям инициативу может выдвинуть группа из минимум 3 человек, действуя от имени ТОСа, юридического лица или ИП. Перед визитом в администрацию нужно заполнить заявку, заручиться поддержкой жителей, выбрав одну из 3 форм – общее собрание, опрос или сбор подписей. Сам проект должен решать вопросы местного значения и стоить не дороже 5 миллионов рублей. Все заявки, поданные после 28 февраля, в случае одобрения реализуют в 2022 году. По новому порядку ТОСам гораздо проще выходить с инициативами, потому что у них уже определена территория. И можно сказать, порядок у них упрощенный. Поэтому приглашаем их воспользоваться такой возможностью и приходить. Это действительно прям реальная возможность сделать их территорию благоустроеннее, провести какие-то мероприятия и так далее.